Тобольск вновь участвует в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, объявленном Минстроем России. В этот раз по общему решению тобольяков власти предлагают к благоустройству Александровский сад. С 7 по 28 февраля в общественном пространстве города, в соцсетях, торговых центрах проводился опрос жителей. 4500 человек высказали мнение, каким они желают видеть историческое место. В основном мнения жителей сходились это на озеленении территории, на зонах отдыха, на спортивных, на детских площадках, на там фонтане. То есть в основном это вот эти основные элементы, которые необходимо будет там использовать. На основании пожеланий горожан будет разработана концепция, а в дальнейшем и рабочий проект реконструкции Александровского сада. До июня 2022 года необходимо направить заявку на конкурс. Итоги его подведут в сентябре. При условии, если Тобольск станет победителем, возрождать любимое место начнут в 2023 году.